Шеф-повар Максим Григорьев. Маффины с малиной и шоколадом. Маффины – простая и очень доступная домашняя выпечка, которую можно подать как на завтрак, так и на ужин к чаю, какао или молоку. Маффины можно взять с собой в дорогу, на пикник, на работу или в школу. Их даже можно заморозить, а потом разогреть в нужный момент в духовке или микроволновке необходимое количество штук. Время приготовления – 45 минут. Ингредиенты. Кефир 250 мл. Малина свежая 0,75 ст. Масло подсолнечное рафинированное 4 столовые ложки. Мука пшеничная 250 грамм. Разрыхлитель 2 чайные ложки. Сахар 150 грамм. Сахар ванильный 20 грамм. Соль 1 щепотка. Шоколад белый 40 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для работы нам понадобится мука, разрыхлитель, соль, подсолнечное масло, сахар, яйца, малина, белый шоколад, у меня пористый, ванильный сахар. Шаг 2. Соединить 2 яйца и 150 грамм сахара. Взбить до светлой массы, 3-4 минуты работы миксера. Шаг 3. Добавить ванильный сахар 20 грамм, подсолнечное масло 4 столовые ложки, 250 мл кефира. Еще раз взбить. Шаг 4. Вмешать вручную смесь просеянной муки 250 грамм, разрыхлителя 2 чайные ложки и соли, 1 щепотка. Долго не мешать тесто, лишь до соединения ингредиентов. Шаг 5. В конце аккуратно вмешать мелко порубленный шоколад 40 грамм и свежую малину 0,75 стакана. Шаг 6. Заполнить небольшие порционные формочки на 2/3 объема. Шаг 7. Готовить в предварительно разогретой до 180 с духовки до готовности, до сухой лучинки, приблизительно 25 минут. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.